Сотрудничество налоговой службы и судебных приставов в Анапе оценили невысоко. Формула работы нежизнеспособна. Слишком много исков о взыскании, при этом странно мало поступлений денежных средств в бюджет. Отметили анапчан как самое слабое звено в системе Федеральной налоговой службы. Почему именно Южный федеральный округ? Ну, потому что у нас есть вопросы и есть мероприятия, есть предложения по совершенствованию этой работы. Поэтому мы бы хотели их обсудить с нашими коллегами, с налоговыми органами, так сказать, лицом к лицу. Мы надеемся, конечно, что Южный федеральный округ даст достаточное количество взысканий во все уровни бюджета путем нашей совместной работы. В Москве был случай. Судебный пристав оценил автомобиль марки «Бентли» в 300 тысяч, а через несколько дней исчез вместе с автомобилем должника. Работа и практика на первом месте. Часто налоговые служащие и судебные приставы грешат излишним бюрократизмом, закапываются в бумагах. Страдает работа и снижаются показатели. А переходить на электронную систему документооборота специалисты не спешат. К такой системе привыкли налоговые служащие и судебные приставы Республики Адыгеи. У комиссии возникли вопросы по работе. Выполнение планового задания. Тоже как бы очень-очень печально. И то, что вы делаете по 54 этим уведомлениям, насколько они действительно рабочие, и что на сегодняшний день... Обмен опытом, сильные и слабые стороны практики, эффективные методы. Специалисты со всех районов Южного федерального округа обмениваются наработками и рекомендуют коллегам лучшие и действительно работающие. Специалисты на высшем уровне для себя эффективные методы работы выбрали. И вот мы с Татьяной Павловной, которая представляет здесь службу судебных приставов, периодически такие мероприятия проводим. Это выездное мероприятие, бывают мероприятия, которые дистанционные. У нас есть график подобного рода совещаний. Цель очень простая – повысить наш совместный показатель по взысканию денег в бюджет. Проведение таких мероприятий, на которых мы подводим итоги нашей совместной деятельности, очень полезно. И выезд в территории, сбор именно территориальных органов в данном федеральном органе позволит поработать не только с крупными территориальными органами, но и услышать и проанализировать причины работы небольших территорий. Ну, например, Адыгея, да, в Южном федеральном округе, Калмыкия. Такие выездные мероприятия запланированы во всех субъектах Российской Федерации и проходят по графику. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов, Анапа регион.